Значит, сегодня в 8:40 поступил вызов от работника ЖУ-6 о том, что в ходе уборки территории им обнаружена стеклянная банка, в которой находились, значит, предметы, похожие на боеприпасы. По приезду, значит, сотрудниками ОМОН была обследована банка эта. Установлено, что там находится граната и патроны к автомату и к пистолету. Значит, в настоящий момент собирается материал проверки, будет проводиться исследование данных боеприпасов, после чего будет приниматься решение. Значит, либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела.